Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. И сегодня на нашем канале стартует новая рубрика. Она называется «Реакции на клипы». Я как бы, ну, я думаю, тут все понятно, что вообще будет из себя эта рубрика представлять. То есть я буду смотреть клип и как-то комментировать это все. И сегодня я решил посмотреть клип группы «Время и стекло» Уислова. Ну, посмотрим, что он из себя представляет. Ну, текст так себе. Это что за скафандр такой? Это вес. Зачем они издеваются над псом? Что они с ним сделали? Вот это слово. Возьми за руку, забери меня с собой, my love. Нам будет здорово. Правильно, сейчас бы в кадр жопу свою показывать. И не попсово. Скажи скорей, что мы с тобою сходим снова. Туда, где слив... что это за Tumblr Girl была? Она представила то, что этот мужик кактус и облизал его? А почему в этом клипе попы бегают в одну сторону, потом какие-то люди идут? Что это вообще означает, интересно? А каков вообще замысел автора? Давай пойдем с тобой на Веслово. На Веслово, на Веслово. Давай пойдем на Веслово. Завеснем там на Веслово. Пусть смотрят все завесливо. На Веслово, на Веслово. Давай пойдем с тобой на Веслово. Найди слова, чтоб я пошла. Текст как-то, конечно, он оставляет желать наилучшего, как видите. Тут никакого ни глубокого смысла, ничего интересного нету. Ну, да, операторская работа какая-то есть. Видимо, денег на это хотя бы не пожалели. Не, ну что это за вообще... Тамблер 2019, я не знаю. Подросли. А он только что пытался сажать свои волосы, или мне показалось? И почему здесь стоит мужик в сетке? Нам так было хорошо, я влюблялась в тебя в тысячный раз. Это чувство прошло сквозь... А, какие усики. Я хочу пойти еще и увидеть бесконечное море глаз. Давай пойдем. На чем ты зависла? Ты слышала мои слова? Погнали на Веслово. Не говори, что устал. Так врываемся на минимал. Как времени разве не жаль? Этот мир нас отжал. Мы дадим ему жар. Я дам тебе. Ну, как-то в перевернутом виде не особо выглядит даже такой маленький фрагмент. Как бы, я думаю, он лишний. И числа, но сначала без слова. На Веслово, на Веслово, давай пойдем на... А, и собаку, да, это принудили, короче, сделать тамблер пес. Вообще красавчики. Веслово, завеснем там, на Веслово. Пусть смотрят все завесливо. На Веслово, на Веслово. Давай пойдем с тобой на Веслово. Найди слова, чтоб я пошла. И оторвались мы не из того. Да, сейчас бы ломать стиральные машинки, когда у нас в Сибири леса горят, да, люди страдают, как бы там вручную постирать не могут, не то что... А мы им в это кирпич машинку положим, нормально. Чё. Правильно, торты пожрем, вообще пофигу. Фу, как некультурно. Ну как бы это просто, я не знаю, он взял какую-то манеру подростков, там, которые любят в баке ссать, я не знаю, на, в масло там насать кого-нибудь.
Ну, теперь понятно, на какую аудиторию настроен этот клип. То есть не старше 16 лет, а там как бы больше уже вряд ли кто-то будет смотреть. Ну да, сейчас бы вот самая-самая нормальная тема, сейчас в ангаре тусовку какой-нибудь замутить. Больше мест нету, короче. Блин, лучше где-нибудь это, лазить там, где ведется что-то, как бы там, где работать должны. Нет, мы будем клип снимать, мешать людям. Вот и славненько, и увозите их в лес подальше. Давай, давай. Я так понимаю, это конец клипа, и я считаю, единственный плюс этого клипа, как бы, может, да, какая-то режиссерская работа тут выполнена, но в целом музыка хрень, текст ни о чем, элементы подобраны вообще как-то безвкусно, какие-то манеры школьников, тамблеры и так далее тоже оставляют, ну, типа... Они не хотят, чтобы их публика росла, потому что, насколько я знаю, группа-то она уже давно существует, я про нее давно слышал. И, в общем, не рекомендую слушать новое творчество, время группы истекло. С вами был Телоцин.